в профессию с детской мечты. Период школы и все. Знал, что буду работать в органах внутренних дел. Прошел срочную службу. После направился для прохождения службы в органы внутренних дел. Это были 90-е годы. «Улица разбитых фонарей». Тогда вышел сериал очень интересный. Все серии я смотрел. Ну, дальше уже там вариации были разные. Ну, вот с этих, наверное, первых фильмов все началось. Ну, там, конечно, сотрудники уголовного розыска. Служба определила уже на должность участкового. Я понимаю, куда посмотреть, что посмотреть, понимаю, какие вопросы задать. Если, опять же, я вот оказываюсь на месте, там, где было совершено тяжкое преступление. Как даже, вот, скажем, сохранить следы. Если какие-то следы мы наблюдаем, как их сохранить, чтобы прибывший на место следователь мог это все зафиксировать. За эти годы привлекался к выполнению служебных боевых задач на территории Северо-Кавказского региона. Также в 2022 году был направлен в зону проведения специальной военной операции, где также проходил службу. Ведомственные награды имею, благодарности. Я всегда там, на месте, на посту, с людьми. Хотя это вот и есть самое сложное в нашем. С людьми работать, но мне нравится. Хочу продолжать в этой должности службы.